Магазин «Алмаз» на улице Толстого хорошо знаком и анапчанам, и гостям курорта. Все для стройки и ремонта, для сада и огорода, даже для ремонта яхт и катеров можно найти в «Алмазе». Необходимые бытовые товары также представлены в широком ассортименте. В нашем отделе мелкой бытовой техники есть товары для пансионатов, для санаториев, для обычного потребителя. Рады предложить очень большой выбор того, что потребуется в быту. Большой выбор, также сопутствующих товаров. Здесь самый широкий в нашем городе курорте ассортимент мелкой бытовой техники для дома. Пылесосы, утюги. Актуален в летний сезон и большой выбор вентиляторов настенных и напольных, а также сплит-систем обычных и инверторных, экономичных в использовании. Товары как известных производителей Samsung, Горение и другие, так и демократичные проверенные варианты. Магазин как бы существует давно, в общем-то, и очень большой ассортимент товара разного направления, включая электрики и чайники, это все на свете. Ну, очень положительные отзывы, никогда не приходилось возвращать. Здесь же можно выбрать и технику для кухни, незаменимую в наши дни. Микроволновки, чайники, кофеварки, соковыжималки, весы и тостеры. Любая хозяюшка сможет найти здесь посуду на свой вкус, а также часы для интерьера. Сезон пикников в разгаре, поэтому актуально предложение товаров для дачи и выездов на природу. В отделе мелкой бытовой техники можно найти и автохолодильники, и плитки для приготовления пищи, и шашлычницы. Оценят заядлые путешественники всевозможные термосы и гриль-решетки. В соседнем отделе представлена крупная бытовая техника в широком ценовом диапазоне. Водонагреватели, котлы, газовые, электрические. Причем есть модели со стеатитовым теном, которому не страшна жесткая вода. Здесь же большой выбор холодильников, стиральных машин, встраиваемой техники и посудомоек. Специальные предложения для предпринимателей, торговое холодильное оборудование и витрины. Магазин «Алмаз» находится по адресу Анапа, улица Толстого, 138, вход со двора. Телефоны 427-63 и 30405.